Она шла дорогой, виляла тропинками. Ее заносило, как будто пылинку. Сдувала, сносила ветрами дорожными. Она шла уверенно по бездорожью. Дошла до калитки, а двери закрыты. Табличка написана: «Тут вы убиты. Теперь проходите в другие ворота. Теперь вы живете, теперь вы живете. А там все как есть. Там все ваше при вашем, но сверху приказ. Вам другой путь назначен. Зачем? Заслужила. Проверка на прочность. Прошла через мглу. Не застряла. Безбожье».